Бабушка ее съест, не надо. Самолет летит. Просто бабушка знает один супер метод, ей рассказали когда-то. Смотрите разницу руки с внешней стороны. В 6 утра я вышла на прогулочку. Красота на каждом шагу. Солнышко уже встало. Цветы, цветы. Еще раз цветы. Везде. Как же красиво. Это озеро соленое. Очень люблю, когда вот так растут растения по зданиям. Ветра вообще нет. Так тихо, спокойно. Не тепло. Кстати, совсем не холодно. Хорошо. Тоже вход. Красивый ручеек. С другой стороны. Красиво. Смотрите, кошечка красивая, заглядывает. Малька рада, что котика увидела. Ой, такие смешные крошечки. Да? Такие смешные крошки. Представляете, только что мужчина тонул, и спасатель быстренько поплыл на вот этой штуке, и вот сейчас его поднимает. Он прям, ну, махал рукой. Привет, зайка! Мне нравится, тут всегда очень-очень быстро реагируют, уже не раз наблюдали. Кроме того, что спасатель сразу плывет на вот этой штуке, плюс еще на лодке сразу подплывают. Вот молодцы, конечно. Ой, боже, я аж в мурашках. Вот пляжик, тут прочищен вход кораллом, детки купаются, очень хорошо. Тут игровая площадка, пляж огромный, то есть Домино Корал Бэй, это вот это все полностью побережье. И прям... У деток танцы, тут Амалька танцует, а Эль спит. Кто тут сидит? Людмила Петровна. Что это у нас тут? Пиво, да? Наблюдает, как Амалька танцует. Идем на обед. Эли кайфует в колясочке. Так долго спала. Очень долго. Эли, ты дышишь?
А Малька с мамой уже пошли. Я на обед взяла себе кальмары, пасту с сыром и зелень. Тут руккола, перец, помидоры, огурцы. А Малька нашла какие-то радужные пироженки. Смотрите, киса опять. Она всегда с нами. Элли тоже кушает. Выспалась, теперь кушает кальмары. Море просто красивенного цвета. Ильяна уже взрослая. Что, зай? Что, ты ходишь? Тук-тук. Класс. Ты хочешь туда? К буйкам доплывали. Вау. Сейчас я тоже буду плавать. Эми, ты будешь купаться? Идем купаться, зай. Папа, я не могу. Бога руку просит. Элли попросила у бабушки руку и с ней идет водичку. Хупи-хупи. Ой, ой, ой. С папой не страшно, да? А Малюси? Мои собираются на понтон пойти. Вот туда. А мы с Элли тут остаемся. Элли, как всегда, сладко спит, что да, она такая Сонька на море. А, кто-то тут валяется на песочке. Море просто шикарно. Решили пройтись вот туда подальше. И вот никогда не видели тут этих камней. Раньше их тут не было. Помню, мы гуляли туда далеко всегда, и там был только песок, и мы еще там ловили, забыла, как они называются, маленькие такие, бегали там по песку. А Малька к нам прибежала. Диля ходит, как дедушка. Замечали, что люди так иногда сзади складывают руки? Бабушки, дедушки. Вот. Класс. Мы уже чуть загорели. Чуть даже сгорели, можно сказать. Камни. Массаж ног. Вот еще один понтон. Ой, надо будет как-то прогуляться туда. Туда-туда. Подальше. И в тот край как-то надо будет дойти. Сделать утреннюю прогулочку. О, тут массаж ног настоящий. А, вспомнила, крабы маленькие бегают. Вот здесь. А теперь тут так много-много. Идем к понтону? Да. Чайки летают. Класс. Куда не идем, а Малька сразу за нами бежит. А, точно, вот. В прошлый раз было очень много таких следов. Это такие крабики маленькие с панцирями. Угу. И они так носят, бегают. С утра их очень много. Можно. А, вот, кстати. Ой, бежит, да. Смотрите.
Вот. Помню, Амалька играла. Амалька, Амалька, отойди, отойди, отойди. Ну, давай покажем. Сейчас он, смотри, опа. Угу. Класс. А где крабик? А он сейчас там. Не трогай, не трогай. Не пугай, пусть он уже вылезет. А так он теперь делает вид, что это просто ракушка. Да? А их есть побольше, они такие. Это их побольше. Утром, прям утром их очень много. Ой-ой-ой. Мам, не закапывай. Ну я хочу его. Сейчас. Ой, он такой маленький-маленький. И там маленький-маленький он такой. Да. Они себе ищут. Да. Так он будет бегать. Давай его посмотрим. Это, и посмотрим, как он бежит. Только не трогай. Ого, какой! Видишь, какие глазки у него? Такой смешной. Это по таким следам можно... Ой-ой-ой. О, боже! Как фильм «Чужой». По таким следам можно их находить. Но с утра их очень много. Есть большие-большие. А вот, смотрите, маленький-маленький. Такой же? Да, такой же, смотрите. Только маленький-маленький. То есть мы ходим, наступаем на них, думаем, что это ракушки, это такие крабики маленькие. Вот если бы он вылез... Вот еще, Амалька, отпусти. Вот еще. Ого. Их миллионы просто. Ну я хочу их для себе. Вот еще. Ой-ой-ой. Они в камнях там живут, наверное. Вот их. Не страшно, что по руке полезет, Зай? Не страшно? Не полезет. Он притаился. Пошлите. Ну что, пошли дальше. Пошли. О, день опять. Вот видите, есть большие, очень большие. Где? Следы. Ну вот смотрите, какие следы большие. Здесь очень большие. Это они такие следы оставляют. Угу. Вот они живут тут в камнях. Да. Вот. Все, плавится. Это надо утром приходить. Ну да. Утром приходить, посмотреть. Ага. Это не в камнях живут. Камни. Какие интересные. А вот там гнездо мурены. Ага. Вот там. А там где-то мурена живет где-то 1.5-2 метра. Где не видел когда-то. Женил. С одним итальянцем. Красота. Так тепло, так комфортно. Амалька боится уже. Так красиво. Кто? Вот на камне ракушка. Ой. Красота. Ага. Да, очень красиво. Зашли на понтон. Ну тут такой обычный и маленький. Тот понтон мне больше нравится, но мы не часто туда ходим. Там два бассейна внутри. Хорошо плавать возле него. О, прикольно. Смотри, угу. Но рыб нету почему-то. Сегодня, да, как-то рыб немного. Обычно тут, не знаю, очень много. Угу. Потому что прилив, он медуза плавает. И, кстати, сегодня Амалька нашла маленькую медузу. Мы тут никогда медуз не видели, а сегодня... О, вот. А, вон рыбку одну вижу. Подожди, вот тут смотри красиво, вот рыбка плавает. Угу. А вот вторая, желтенькие, видишь хвостики? Да. Я сегодня с маской плавала. Но тут лучше видно, море успокоилось. Да, уже как-то, а то сегодня что-то их мало было. Ну, ребятки,
Угу. Море успокоилось. Да. Цвет моря офигенный. Он так шатается. Вау, тут надо равновесие держать. О, заносит аккуратно. Ага, да, да, нет, нет, все, я упаду, так мне надо выходить. Зай, ты без наркотиков. Вау! Нет, ну очень сильно шатает. У меня аж прям голова закружилась. Как они стоят, я не знаю. Да. Значит, вот это, все, что вы видите, это все пляж Домины. И аж туда. Представляете? Не, я туда не пойду. Нет, я туда не дойду даже. Да, нет, не буду рисковать. А то меня до сих пор шатает. Класс. Солнышко садится. Сегодня мы второй день уже. Так быстро пролетел этот второй день. Приехали мы на 11 дней. 7 дней это очень мало. Очень-очень. Наверное, максимально мы ездили на 13, по-моему, в Турцию. Вот так куда-то. И лучше все-таки подольше. Раз уж летишь, ну летишь уже. Особенно те, кто боятся летать. Раз уж летите, то лучше подольше. Оп. Нет, ну я не знаю. Вот тут я стою, меня тоже шатает, но нормально. Тут комфортно, а там как-то страшно. Что-то они хотят достать. Ого. А, медуза. Медуза. Вот. Так что, кто был в Домине, пишите комментарии. Мы тут уже четвертый раз. Сюда прям нас тянет. Да. Вот она, вот красотка маленькая. Обычно их здесь нету. Да, никогда не видели. Все, пошли. Тут какое-то течение, наверное, а поменялось. Не хочу. Я бабушке хочу. Не надо, бабушка. Бабушка ее съест. Самолет летит. Просто бабушка знает один супер метод, ей рассказали когда-то. Ой, она уплыла. Сейчас она тут, наверное. Да, не вижу. А, угу. Так, сейчас попытаюсь. Нет, уже не вижу. Не вижу. Так, ну ладно. Вот. Да. Красиво как. Как-то мало рыб, да? Мало рыб. Обычно очень много. Просто реально что-то меняется. Течение. Вообще должна и погода поменяться. Вечером здесь. А ну-ка посмотрим. Вечером Мурена говорит, сейчас плавает. Да. Большая? Вот день как раз тут вот на это, этом наверное, пляже то, видел. Я... Угу. Но это не сильно большая, видел побольше. А это правда, что тут когда-то акула? Да? Акула на том понтоне? На правда. Да, правда? Да. Акула... Они вот там больше. Не, когда-то покусала человека когда-то. Да? Очень-очень давно, лет 7-5 лет назад. Здесь? Вот там, где-то там. Ее видели? Не-не. Пойдем к бабушке, я и медузу отнесу. Ладно, пошли. Да. Пошли, угу. Акула есть? Это тоже здесь?
Да. Это акула? Да. Где-то, а где? Тут. Вот тут где-то? Это поэтому после пяти нельзя. А, прям здесь. Это вечером где-то, да? Вечером? Не. Утром? 3 months ago. А, 3 месяца. А, 3 месяца назад. Красиво. Да, можно. Сейчас, подожди. Амалька, можешь идти, да? Очень. Это что? Это скат? Скат. Ого, какой большой. Тоже здесь где-то, да? Вот с понтона прям. Ух ты ж, блин. Мы тут маленьких видели, красивых. О! Какая она, у нее такие зубы. Ух. А это как называется рыбка? О, вот скат. Красивые. Да. Ух, какие большие. Ого. А кто снимал? Что? Кто снимал? На видео. Видео? Ты снимал? Да. Да? На телефон? На телефон. Камеру. А, камеру. Класс. Я хочу, у меня же есть это для телефона такая штучка. Пошли. Да. Круто, спасибо. Малька не смогла пройти мимо кораблика. Ну, зайка, мы еще придем, поиграешь. Такая смешная. Пошли. Вот такой кораблик деревянный. Да? Будем на пляжике, завтра придешь, поиграешь сама. Угу. Вернулась. Много-много арочек. Это вообще красиво, очень красиво. Тут где-то бананы росли. Или не тут. Там кактусы интересные. И вот здесь тоже так красиво, тоже я тут фотографировалась. Вот. Мам, да, Зай? Вот едет, сейчас поедем на этой машинке. Да? Ой, нет, я перепутала. А может и тук-тук? Да, вот здесь у меня есть фотография. Да, это он. Что? Вот. Амалька останавливает. Тут несколько линий этих машин ездит. Или как там? Загорел. Посмотрите разницу, руки с внешней стороны и с внутренней. Завтра буду вот так. При том, что я не загораю, если честно. Я просто себе хожу, лежу, вот, и загар как-то сам пристает. Номер этот мне вообще не нравится. Надеюсь, завтра мы поменяем. Кроме того, что все тут старенькое, поломанное, какое-то странное. Он еще и темный, потому что первый этаж, а я не люблю, когда в помещении темно. Хочу второй, чтобы было посветлее. Вот, поэтому так. Ну, хотя в номер мы приходим только поспать ночью. Вообще это не важно, но все равно. Мамины девочки, да? Да. Хорошо. Или такая уже взрослая, такая самостоятельная, тоже хочет ходить вот так. Вот там лифты. И так очень быстро мы попадаем вниз. И вот вышли. И все. Осталось перейти дорогу. Можно на прокат, кстати, брать вот такие машинки. Типа для гольфа. Кататься по территории. Выходим. Дорога. Оп, спасибо.
Спасибо. Нас пропускают как уточки. Идем как уточки. Давай, давай, оп. Ручку. Вечером все магазинчики уже открыты. Все продавцы на улице стоят. Разные-преразные сувениры. Да тут все, в принципе, можно купить. Ты боишься? Да. Пока. Скажи. Скажи привет. Здравствуйте. Подают, ну, персонал подает еду. Не сильно удобно, но ничего. Мне тут очень классно нравится. Я взяла рыбку, филе очень-очень вкусное. Макарошки или Аня. Попробовала, вроде бы неплохие. Как всегда, овощи. Я не люблю вот такие разные там приготовленные салаты, какие-то еще морепродукты. Я такое не люблю. Я люблю отдельно в отелях кушать свежие овощи. Let's speak about the service here in Domina Coral Bay, but before, let's take a look at this video. Ну а теперь мы поговорим об услугах отеля Domina Coral Bay, но прежде давайте посмотрим следующее видео. В одном месте поет итальянец, во втором концерт, а мы пришли тут на крышу попить кофеечка.